Ну сколько по мне? Ударов 5 надо, да, где-то пронес? Раз, два, три, четыре, пять. Да, 5 ударов пронес. Лошара, блин. Всю ульту чисто на меня потратил. Всем привет, друзья! С вами Корвит, и сегодня мы поиграем в Overwatch. Жалко очень, что не заснял я полное прохождение 4-го сезона, очень хотелось. Но итог я подведу такой. Значит, в 3-м сезоне, в 3-м соревновательном сезоне, квалификацию я прошел, как я уже говорил, 8 побед, 1 ничья и 1 поражение. Играл я в основном за своего любимого персонажа, это Торбьерн. И получил, значит, очки рейтинга, да, у меня были в районе там что-то 1878. По-моему, что-то такое у меня было. Вот. Четвертую квалификацию четвертого сезона я закончил гораздо хуже. У меня только 2 победы было из 10. Все остальные были поражения. Не было даже ни одной ничьи. 2 победы, 8 поражений. Играл я в основном, это был либо свин, либо солдат, либо красавчик. То есть, в принципе, те персонажи, которые дымажат хорошо. Дымажат от души. Вот. Я хотел посмотреть, будет ли толк, если играть чисто за персонажей, которые будут дымажить. И что вы думаете, ребят? Как оказалось, толк есть. За всего лишь 2 победы рейтинг я получил, ну вы сами видели, да, там 1900 с копейками. То есть гораздо больше, чем за квалификацию, где 8 побед. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что победы в квалификационных матчах перед сезоном, они вообще непонятно из чего строятся. То есть вообще непонятно. Я не понимаю, из чего они строятся. Как люди набирают какой-то там немыслимый рейтинг, я без понятия. Не знаю. Вот не могу сказать. Не знаю. Вот. Но этим рейтингом я рад. Я вообще не старался, если честно. Я просто бегал и палил во все стороны. Вот. Ну, пока в соревновалку я играть не буду, не хочу, не кайф. Вот, побегаем с вами в быстрые игры. Блин, Ариса занята. Да, кстати, после ПТРа, ПРТ, ПТР, не помню, как правильно. Вот. Я за Арису так и не играл. То есть я за нее вообще играл только один раз. Я ее еле-еле пикнул. Ну, в этом, в тестовом матче, короче, в тестовом Overwatch, господи. Я ее пикнул всего один раз, поиграл ей один матч, особо ей как бы не, там не разогнался. На, получи, вонючий Гензи. Особо. Ай-яй-яй, что-то жарковато. Особо я, в общем, ей так и не поиграл. Ах ты, зараза. Блин. Короче, за Рису играть не хочу. Буду тащить за Зарю. Так, надо собраться, короче, и сейчас их давить. Сейчас я покажу вам, как надо за Зарю играть. Блин, вонючий Гензи реально бесит. Ну, здравствуйте. Да уйдите отсюда, ва. О, спасибо. А, пока. На! Блять, щит вонючий. Да ладно тебе. Сколько ж ты простоишь? На тебе, ха-ха, забавно убегает на прыгнушку от меня. Правильно, беги-беги, чертяка. Здравствуйте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, курай. Не, менять Зарю не буду. Я никогда не сдамся. Вы у меня
меня в прицеле. Примерно на 100-м ранге, когда у меня был 100-й левел. Да с... Блин. Когда у меня был 100-й ранг, я очень любил играть за Зарю. Но она тогда была другая, ее, по-моему, несколько раз уже нерфили. Вот, сейчас она стала уже слабее. Раньше за нее было гораздо проще играть. Ну как проще, в принципе, Заря это, я считаю, один из самых сложных персонажей в Overwatch'е. А ну иди сюда. Иди. От зараза убежал, а. Один из самых сложных персонажей, я считаю. Она такая, довольно, ну, как бы, неестественная. То есть играть за нее довольно проблематично. Вот. Но у меня это, в принципе, получается. Главное вовремя успевать навешивать пузыри. И, в принципе, все нормально. О, они взяли порося. На-на-на-на-на, получил. Ты что там стоишь, а ну? Воу-воу! Так, сейчас ульта будет готова. Блин, бесит, если честно, это читарисы. Вот так вот. А, кажется, этот бубен Арисы можно уничтожить, да? Поросенок. Он, кажется, на меня агрится. Ах ты, зараза! Ну, я думаю, мы выиграли. Должны выиграть. Должны. Защищайте объект, блин. Герои, черт, ну это все похоже. Это все похоже. Герои не умирают. Огонь по готовности. Опа, здравствуйте. Ха-ха, нормально раскидали их, нормально так зашли. Гензи прям хорошо так тащит. Молодец, Гензи, красавчик. Ну иди отсюда. Отлично. Не, ну Гензи молодец, конечно. Правда, я его несколько раз, по-моему, на него навешивал. Пузырь вовремя, поэтому, возможно, не без моей помощи. Да. Так, ну чё мы? Затащили? Да, что такое, блин? Откуда ты взялся? Ага. Мне твое отражение как-то по боку, знаешь ли. Пузырь! Блин, не на того. Ладно. Не страшно. Жировой синик. Жирненький. Да дохните вы. Гензи реально раздражает, а. Ёлки. Что творится вообще? Привет. Ну нормально затащили, я же сказал, что затащим. Один. Так, менять не буду. Будем тащить за Зарю. А где-то сейчас ровно полдень. Жалко, конечно, что ее понерфили. Теперь она такая стала, как, знаете, не особо такой сильный персонаж, по сути, да, то есть если она была прям таким хорошим танком, да, то есть если ты умеешь играть за Зарю, точнее умел играть за Зарю в то время, когда ее еще не понерфили, то ты был просто вообще смертоносным танком. Сейчас ты просто обычный танк, который хорошо играет, можно сказать так. Но Заря это такой персонаж, который может выдать вам... Да кто, блин, откуда? Опять этот Гензи, блин. Привет. Где ты? На тебе, а? Ты хочешь меня скинуть? Да пошел ты нафиг. Ой, блин, откуда у вас столько здесь? Ой, на тебе.
На тебе, на тебе. Подожди, подожди, не могу, я тут сам занят. Кензи, блин, ты реально накаляешь. Хватит прыгать туда-сюда. Ай, она его там лечит. Лечи меня, ангел. Молодец. Блин, да что тут происходит? Что за мясо тут в этой клоаке? Ой-ой-ой, что-то их там до хрена, у них тоже заря есть. Пузырь, 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 блин. Пузырей не было. Так и вот. В то время, когда заря еще была нормальная, адекватная, не нерфенная, за нее было играть реально одно удовольствие. Сейчас, конечно, уже проблематично. Потому что у нее накапливается заряд, что не накапливается, как-то не особо ощутимо. А раньше было реально это ощутимо. А у нас, по-моему, Арисы нету, да? По-моему, кто-то ее уже сменил. Может, Арису взять тогда пикник? Во-во, что-то мне все заглючило. Хотя не, мы вроде тащим. Думаю, что менять не буду. Да блин! Люсю, Люсю, давай басы, молодец! Да нет. Да хрен ты меня скинешь, дебил. Новый год прошел, идиот. Снимай шапку. Где ты, блин? Да сдохни. Ну это пипец. Не, ни хрена. Я вам не дам объект. Опять этот курае. Да уйди от меня. Блин. Он сколько по мне? Ударов 5 надо, да, где-то пронес? Раз, два, три, четыре, пять. Да, 5 ударов пронес. Лошара, блин. Всю ульту чисто на меня потратил. Хотя мог бы там и Мерси вынести, и кто там еще был. Кого-то еще бы по-любому смог бы вынести. А так только меня вынес. Ага, 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 супер. Удачный пузырь. Блин, неудачно. Вообще что-то неудачно. Ой, Ариса может... Ариса навыка может уйти от гравитационной бомбы. Это хрень какая-то. Обычным навыком уйти от ульты? Ну, блин, я не знаю. Опять мы с тобой на двоих остались. А, зараза. На, чё ты, блин, засала, что ли? Да, блин, сколько вас тут, офигеть. Ты же только ультил! Гензи, читер вонючий, блин. Репорт. Вот так, все, отлично. Победа. Ну, я знал, что мы выиграем, я знал. О, да, это было супер. Это было шикардос. Лучший момент матча. Это был прорыв года. Ой, надо, я думаю, повторить. О, 1927, кстати, у меня рейтинг. Вот представьте, да, две победы всего лишь. Всего две победы. И 1927. А в прошлый раз было 8 побед. Ребят, 8 побед. И 1878. О, вот такая вот хрень происходит в Overwatch. Ладно, думаю, что если сейчас Ариса будет посвободнее, то можно взять ее погонять. Посмотреть как-то, попробовать ее, что ли. Что она себе представляет. Ну, если будет занята, тогда не знаю, можно опять за зарю попробовать. Ну, если будет какая-нибудь подходящая карта. Вы прибываете на King's Row. Готовьте.
Попытайтесь. Ну да. Кто бы мог подумать, юрик. Ладно. Чё-то танков как-то многовато для атаки-то. Вместе мы сила. Просто действуйте по плану. Если что случится, я вас вытащу. На этой карте вообще столько тоже много своих приколюх разных. Лично я люблю на этой карте тоже играть за своего любимчика гнома. Здесь реально очень много точек прикольных, куда можно ставить турельки. И ставить их так, чтобы, ну, просто враг был в шоке, что да, как это, откуда здесь турель взялась, откуда она здесь взялась. Да, и... Обычно игрок это говорит, когда уже оказывается на респауне. После того, как турель его убьет. Нет, это на самом деле так, ребят. Здесь очень много мест, куда можно поставить грамотно турель. Причем как и за атаку, так и за защиту. Я вообще не понимаю тех людей, которые пишут, что типа... Ты берешь Торбьерна в атаку, да? Ой-ой-ой! Что-то я заговорился. Ты берешь Торбьерна в атаку, ты дебил, ты нуб, ты вообще конченый по жизни человек. Без труда не вытащишь. Я миллион раз выигрывал за Торбьерна в атаке. На, на. О, красава. Сразу не стоп. Чтобы мне не сдохнуть. И я нормально. Дохни, дохни, дохни. Воу-воу-воу-воу, дохни. Красавчик, красавчик. Давай-давай-давай-давай. Блин, у меня броня быстрее заполнилась. На-на. Блин, опять турели симметры. Блин, это же про них забывают, а постоянно. Симметра вонючка, блин. Ёлки. Красавчик отомстил. Ладно, молодец. Одно убийство. У меня одно убийство, золотая медаль. Чё, никто больше одного убийства не сделал? Чё за бред? Ну ладно. Будем тащить. Будем тащить за зарю. Вот так вот. Так вот так. Все разрушили турели. Нет, с этой стороны еще турели. Блин, 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 бежим, бежим, бежим. Блин, Дива! Вперед, покажи им! Меня не удержать! Кого там не удержать? А, блин, это его солдат. Бастион. Офигеть, блин, вот как можно, блин, пикать таких персонажей в атаку, как бастион? На тебе щит! Так, подходим, подходим. Накидочка пошла. Бастиона нашего типа. Я так думаю. Блин, красавчик у них какой-то дикий, прям вылетает он на меня. Вы у меня в прицеле. Смелость города берет. Пара прибыла. Да что такое, как ты меня достал, вонючий гном. Не гном, а тролль. Не знаю, как тебя. Давай еще разок. Человека-крыс. Ой, у нас появился. От меня никто не стал. Симметра, блин, иди нафиг отсюда. Реально запарила своими турелями. Сдохни! Там, по-моему, поставили бочку, да?
Если поставил обруч. Ой-ой-ой-ой-ой, блин. А все из-за бочки, походу. Бочка так солдата не хило, походу, усилила. Так, нам надо захватить. Нам надо захватить эту точку по-любому. Я чуть проиграть как не особо хочу. Ребят, давайте немножко подожмем, да? Винсон. Вот так. Вот так. Блин, ну, блин, там же чуть-чуть осталось. Блин, красавчик меня явно не взлюбил. Симметра, блин, ты чё такая дерзкая? Поможет, не поможет это как-то? Никак. Блин, офигеть, никого не убили. Я ультанул, собрал всех кучу, и никто их не убил. Контест, алло. Капец. Ладно, блин. Давай, 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 чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Давай, 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 давай. Красавчик, сдохни. Да. Мы захватили, захватили. Да, да. Да, детка, захватили. Блин. Что-то вообще заряд нам туго здесь идет. Очень туго идет заряд. Правосудие свершится. А вот Рейнхард сейчас пойдет нормально. Я прям как чувствую. Ну, здравствуйте. Пошли вон отсюда, вонючие говнюки. Пошли вон все. Вот так вот. Сейчас я вспомню, как старым добрым Рейнхардом играть. Как я... Собака сутулая, а? Сейчас я, говорит, вспомню, как играть Рейнхардом. Как я черепа крушил им всем. А ведь не любить этого персонажа, это надо быть я не знаю кем. Я нашел телепорт. Винсон молодец, прячется. И пошел там разнос. Ты что там? Мой. Муха. Симметра, блин, да сдохни, блин. На тебе, на тебе, на тебе! Отлично! 1-1. Давай ко мне! Они, походу, явно не ожидали увидеть сейчас в атаке Рейнджера, поэтому они немного в шоке, походу. Довольно быстро провели тележку. О, супер! Попадение снайпера. Снайперская война. Снайперская волна Рейнхарда. Ха-ха, двойная причем. Суперспособность готова. Это все, что вы можете? Барьер ослабевает. Да, нормально. Все, походу мы, короче, тут. Че? А ну-ка иди сюда! Швед! Кем? О, да. Ну ладно, у нас еще 2 минуты. У меня ульта. О, ни хрена себе они там. О, командное убийство, что ли, да? Или типа того. Ну, молодцы, ребята. Ну, это было четко. Это было четко. С вами был Ковид, ребят. Всем пока. Лучший момент.